Вы смотрите видео об отеле Абри. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Абри расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель расположен в центре Праги, на Тихой улочке. До Вацлавской площади 10 минут пешком. Рядом с отелем станция метро НМ, стрит МРУ и трамвайная остановка. Отель расположен в тихом жилом районе Винохрадів в центре Праги, в 15 минутах ходьбы от Вацлавской площади и в 5 минутах от станции метро НМ, стрит МРУ. Трамвайная остановка расположена в 2 минутах ходьбы от отеля. На территории отеля имеется бесплатный Wi-Fi, круглосуточная работа ресепшн, интернет-терминал, экскурсионное бюро, терраса, номеры для некурящих, лифт, отопление, факс, место для хранения багажа, персонал владеет несколькими языками, в том числе русским и английским, платная парковка, аренда автомобилей, продажа сувениров, трансфер аэропорт. Ресторан отеля «Завтрак», шведский стол, блюда чешской, европейской и мексиканской кухни, до 40 человек, бар. В номерах есть телевизор спутниковая, ТВ, ванная комната с душем или ванной, противопожарная система, фен, полотенце, бесплатный Wi-Fi, IP-телефон. Номерной фонд отеля состоит из уютных 27 номеров стандарт. Максимум 3 человек. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.